Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница. И по традиции напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе или начинается стрим на Твиче. Еще есть ВК-группа, я там тоже много чего выкладываю, так что переходим, пользуемся и радуемся. Ну а теперь, собственно, переходим к самому ролику. Так что, ребят, всем приятного аппетита и приятного просмотра вам. Так, всем привет, ребят, вы на канале Бутербродница. Это пятая часть прохождения нашего детектива. Жмем продолжить. Давайте вспомним, что здесь было у нас. После нашей вчерашней беседы я понял, что не один. Да, Сара была лишь голосом в наушниках, но это был голос разума. А я нуждался в его советах, особенно если их можно отключить, при этом не хватаясь за бутылку. Я тут, короче, на днях прикусил язык. Капец. Не, сложновато, конечно, разговаривать, все в этом духе. Если всех твоих жителей осталось только жажда убивать, то каждый что-то там туда-сюда, да? Так, мы тут что-то вот это, наверное, да? Или нет? А, не, подожди. Где Грин спрятал центр наблюдения? Точно. Нам надо вот эту штуку. Так, это мы здесь опустились, спустились же вроде уже же, да? Тут нечего реконструировать. Правильно? А-а-а, все заново надо, точно. Сначала вот этот найти, а потом все остальное. Вот что. Во-во-во-во, все, все. Так, это туда у нас пойдет, да? А вот этот почему пикает так? Консоль для записи? Интересно, что она включает? Никак нет. Так, идем дальше. Да, вот он наш проводочек этот, да? Сканируем, посмотрим, куда ты меня приведешь. Давай дальше. И нам к статуе надо прийти. Вот очень странно, да, мы сразу подошли к статуе вроде. А она типа это... не просканировалась. Все, все надо по порядку делать, блин. Я так не хотел. Так, теперь погнали. Fuck. Черт, не сейчас, я так близко. So close. So close. Ну давай, все, отпускай. Так, и поехали вниз. Значит, в горы Олимп есть собственный Аид, промозглый ад, где люди расточиваются за вечную помойку, блядь, чего-то там, да? О-о-о.
А это новые тела, я так понимаю, да? Я узнаю это тело. Оно принадлежит актеру, которому перерезали глотку. Его эрохит, 21 год. Какой-то безымянный ребенок. Бывший владелец... Чего-то там, блядь... Максимально молодые тела, без сертификатов. Первые подписи. Если бы они не заплатили, то они бы остались. А почему их никто не ищет? Детские дома. Вот почему Гринстоунам не желали на них денег. До тех пор, пока им не исполнялось 21 год. А, нифига себе. Вот так вот они, получается, делали, да? Грин наверняка использовал записи для шантажа. Сколько бы вокруг они бы не было зла, Грин все равно держал их за яйца. Сосредоточься на себе. Ты получил свои 5 гребаных минут славы. Боюсь, что я тебя разочарую. Стоп, что? Это Грин? Сенатор? Он напал со спины? Это он их убил? Бессмыслица какая-то. Как по мне, так все идеально. Это ты все заставил. Как, мать твою, ты это сделал? Это твоя работа. Не хочу слишком глубокого погружения в это дело. Грин подстроил свою смерть? Черт, ты знаешь, как ее зовут? Думаешь, я ни с кем, кроме тебя, не общаюсь? Сара, ты меня слышишь? Черт, подача энергии восстановлена. Должно сработать. Если ты что-то с ней сделал, я найду тебя и порву на части. Не заставляй меня ждать. Разыскать Сару надо, да? Хочешь попробовать? Иди ты нахер, я не такой, как они. Ты уже знаешь ответ на этот вопрос. Актер был помешан на них. Так, пора сваливать, да? И искать Сару. Короче, нифига себе, они содержат где-то дома, а потом забирают их тела просто-напросто. Ничего себе махинация, да? Вот это, так сказать, ситуэйшн. Просто интересно, ты видел, на что способны гости Грина? Как же ты поступишь? Запрешь их души в гниющих телах? Твою ж мать. Или позволишь им вернуться на Олимп, будто ничего не случилось? Что ты с ней сделал? Ты можешь их покарать. Я тебя найду. Думаешь, их тут найду? Если я запечатаю их здесь? Да. А как же жертвы? Может, они жаждут мести? Что это за безумная игра? Или ты можешь оставить дверь открытым? Твои друзья все найдут. И об этом забудут уже через неделю. Давай-ка мы это закроем лучше. Молчание в наушнике
ранила меня еще сильнее, чем собственная тупость. Пока я беспечно гулял по аду, убийца выбрался оттуда, чтобы расправиться с Сарой. Да не, я не думаю, что с Сарой расправились. Как я мог на это повестись? Хрена ж не видно, куда ты так летишь-то? Вообще ничего не видно. Статуя свободы разве? Мир никогда не крутится вокруг тебя, баллон. И все, кто утверждает обратно, несут херню. Трущобы! Я представлял, где она жила. Но не представлял, что здесь. Хотел сказать, что она находится за чертой бедности. Но я сам пересек эту черту. Я должен найти ее. У них есть бар? Сосредоточься, Джеймс. Сера нужен электричество. И немало. Эти трансформаторы похожи на новые. Посмотрим. Да ё-моё, что такое? Что-то в глаз попало, капец. Эти кабели тянутся от трансформатора. Где же ты, Сара? Где-то тут. Где-то рядышком. Я даже отсюда чувствую смрад трущоб. Как ты здесь живешь? Не похоже, что эта штука подключена к сети. Электрический ток питания питает антенну. Похоже, но вполне так. Саре нужно как-то поддерживать связь. Нужно посмотреть поближе. Там, где была антенна, да? Вообще капец, вот тут вот попало нас, как назло, и все. И раздражает мой глаз. Леди свободна в самой грязи. Что ж, зато она не бросила свой народ. Большая, так, часть энергии уходит в одну из этих, да? Оп! Че, по кабелям пойдем искать, да? Так, она должна быть здесь. Надеюсь, я не опоздал. Сара! Сара! И? Убийца хотел затащить меня в лабиринт и... да пьяно напоить страхом. Но мне было нечего терять. К тому же я уже неделю не выходил из запоя. Ну да, в целом тут ничего не возьмет. Что это за место? Что-то мне подсказывает, что это ловушка своего рода. Бля. Мы просрали батарейки. Твою мать. Батарейки. Таблетки, а не батарейки. Да ё-моё. Как меня развернуло, да, неправильно? Очень сильно странно. Мне кажется, тут нифига нет никакой Сары.
вообще никакой. Какого черта? Опа! Это что, стреляют? Думал, я буду легкой добычей. Ранен при этом ты. Как ты ее нашла? Бросай оружие, и я тебя не убью. Да ты издеваешься. Где она? Отвечай. Бросай оружие, выходи. Считаю до трех. Один. А, блядь, мне надо было стрелять, да? Так это я не знаю, кто это. Это Сара, походу. Джеймс, а, нет, Джеймс, ты меня слышишь? Какого хрена? Okay. Ладно, не заводись. Это я, Сара. Все good. В порядке, расслабься. Я так и думал, что Сара, да, она... Она, скорее всего, в инвалидном кресле. Я прям думал так. Какого хрена вообще происходит? Я думал, ко мне залез какой-то торчок. Извини. Потерпи, я почти закончила. А можно побыстрее почти заканчивать? Как ты меня нашел? Забыла, что я детектив? Не думала, что кто-то вообще станет меня искать. Не шевелись. Зачем ты сюда явился? Пропала связь, я подумала, он тебя поймал. Поэтому ты рвал сюда как псих из-за какого-то предчувствия? Это было не просто предчувствие. Поясни. У меня тоже есть вопросы, точнее один. Ты должна быть в своей первой оболочке, удобной и практичной. Во что ты ввязалась? Это типа не ее оболочка? Ты еще и куришь? Кто-то связался с плохой компанией? Это тело, наверное, уже полвека на никотине. Оно умрет раньше, чем я привыкну. Прошу прощения. Моя семья думает, я уехал. Я достала лучший синтезатор оборудования для удаленной работы. Мне не надо было никому ничего объяснять. А потом заявился чертов Джеймс Карр и все испортил. Это я умею. Так во что ты ввязалась? Долгая история и запутанная. Хорошо, что я эксперт по запутанным историям. Выкладывай. Я не хотела, но у меня не было выбора. Я сделала кое-что не вполне законное, но иначе... давай уже говори. Ладно, хочешь, получай. Я сдала свое тело в аренду на черном рынке. Какой у тебя был мотив? Мотив? Серьезно? Я не осуждаю, я просто... Это что, допрос? Да пошел ты! Старый музей! А вот ведь, если бы я выстрелил бы, то я бы Сару бы убил бы. Так это погоди. Это я с ней разговаривал, что ли?
тот загадочный тип? Это она и он, это все в одном лице? У нее же синтезатор типа на шейный этот. What are these figurines? Воспоминания. Я читала, что после трансплантации нейрохита, особенно нелегальная часть, может исчезнуть. Это самое ценное. Однажды ночью, когда лил кислотный дождь, мы с Тейлор спрятались наверху входа. В то время там была дыра меньше метра и стена обломков за ней. Вместо того, чтобы сидеть на морозе и стучать зубами, как все нормальные люди, Тейлор достала фонарик. Потом в кучу обломков что-то сверкнуло, и мы начали копать. Копали, пока не нашли маленькую статуэтку, статую свободы. Побитую, но вроде как ценную. Мы тут же ее продали и вернулись в надежде найти что-нибудь еще. Кто такой Тейлор? Величайшее сокровище на этой планете. Мы узнали, что раньше здесь был музей, и стали копать дальше, день за днем. Стерли руки в кровь и продолжали копать дальше. Обычные люди приняли бы это за жесть отчаяния. Но для Тейлор это было приключение, долбанная охота за сокровищами. Мы клеили, чинили и продавали все, что находили. Откопали это место. Можешь поверить, парочка малолетних археологов из трущоб. Почти 5 лет. Но мы этим на жизнь не зарабатывали. Мы были нищими и жили в грязи, но чувствовали себя богачами. По крайней мере, пока Тейлор меня не обманул. Ничего не делал, не обманул. 8 лет назад, плюс-минус пару дней. Нет, мы любили друг друга. Я точно помню, когда она это произошло. Потому что мне тогда исполнилось 21, а Тейлор оплатила ее. Сделала это за моей спиной. Через месяц срок ее подписки окончился. Мы были на мели. Некому было ей помочь. Она оказалась в банке, а тело ушло с аукциона. Поэтому я должна ее вытащить любой ценой. Ты у нас детектив, да? Теперь ты знаешь, какой у меня мотив. Твою мать! Ой, он напугался, да? Проклятие. У тебя есть амброзия. С октановым повышенным числом. Я налью нам что-нибудь, или сам возьми амброзию в спальне. Анализы крови с начала месяца. Брюссель, номер тела. Это я помню, этой штуке лет больше, чем мне. Я не помню, кстати.
Макс, Питер, Дарья, я только всего должна вам объяснить. Ладно, я думал, что-нибудь тут будет такое интересное. Ну ладно, давай возьмем амброзию и погнали. Бахнем пару таблеточек. Это все трупы эти. Джеймс, ты не боишься, что воспоминания в конце концов исчезнут? Lucky me, I don't fade. They haunt me more literally than I'd like. Гораздо буквальнее, чем ты думаешь. Должно же у тебя быть хорошее воспоминание, хотя бы одно. We're at the movies, and кино, смотрим какой-то детектив, и она пытается меня убедить, что мы его уже видели. Для нее они все были одинаковые, и, конечно, она меня дразнила. А я пытался посмотреть чертов фильм. Сейчас я бы все отдал, лишь бы сидеть рядом и смотреть только на нее. Может, тогда бы ты не запомнил этот момент? Может, такие несовершенные моменты и становятся самыми важными? За что пьем, так как на пункту хорошо очищена. Ты читаешь книжку «Судья Цы»? This one room, the bedroom, is totally secure. It's a slum, but это трущоба, но мне еще надо иногда спать. Ее можно вскрыть, если приложить усилия, но мне хватает времени, чтобы проснуться и подготовиться. Ever watch any westerns? No. Нет, о чем ты? Они бы тебе понравились. Думаю, ты нашла бы чего-то там, блядь, да? Так, ладно, да. Давай, за что пьем? Ты у нас специалист. Сядь, скажи тост. А я думаю, я там просто так надо было остановиться, а я там трусами, блядь, зацепился. Давай за прошлое. И за то, как оно ускользает, будто чертов песок сквозь пальцы. И за твой оптимизм, твоя самая очаровательная черта. Давай, для чего в аренду? Суррогатное материнство для какой-то богатой бабы. Итак, значит, ты сдала свое тело в аренду, а откуда у тебя эта оболочка? Так что сейчас. Они сказали, что это тело списано. Списано тело. Неплохо, да? Дай мне затянуться. Нет. Списанное тело после всего, что я видел, верится с трудом. Они наверняка кого-то заморозили, чтобы его дать. Не-не-не-не. Кто-то купил новое тело, а это никому не нужное. Как скажешь. Она точно списана. Зачем им про это врать? Ты должна до конца осознавать, во что ввязалась. Джеймс, мне снятся кошмары каждую, блин, ночь. Мне снится она. Добро пожаловать в клуб. И каждое утро я просыпаюсь, а Тейлора нет. И я не могу об этом забыть. Что если она заперта там в бесконечном кошмаре? Да, вот так вот. Провоцируешь свои страхи туда, где страха не существует. И ты должна с ними справиться. Джеймс, я должна ее спасти. Что, блядь? Хуя на психую, аж ноготь порвала. Понимаешь меня? Если уже делать это, то только для того, кого любишь. Не уверена, хочу ли я этого. Знаешь, что бы я отдал, чтобы снова увидеть Рэйчел? Да все что угодно. Спасибо за откровенность. Я справлюсь. А это не его ли
Жена. Представляете такой исход? Что это и есть его жена. Хотя нет, история слишком правдивая. Нет. Что-то тут не то, да-да-да. Думаю, рано или поздно это все равно бы всплыло. Это касается Джейн Салем. А что с ней? Новая улика? Можно и так сказать. Мое тело у нее. Что? Успокойся, я ее проверила, узнала про нее все. Ее уже обвиняли в таком, но не смогли ничего доказать, даже с кучей улик. Дьявол! Я сама ей предложила, у нее были бабки, у меня подходящее тело, плюс я могла ее прикрыть. Поэтому я знаю, что она вне подозрений. Окей. Давай доверимся, как бы, ладно, пусть. Весьма признательна. Давай, пора продолжить расследование. Минутку, не так быстро. Еще один вопрос, простой. Да. Не хочешь сказать, почему ты сюда ворвался как сумасшедший? Я же сказал, я думал, ты в опасности. С чего вдруг? Что-то случилось, когда пропала связь? Можешь включить тут доску? Нет. Тогда давай по старинке. Я пока подведу для тебя итоги по красной комнате. Фрагмент мотива истории. Лучше приготовься. А, это наши эти улики, да? Разговор связан с делом Грина. Так, давай вот так. У сбойной Икари, если у нас свидетельство такого убийства захватило контроль над Грином. We better go one step at a time. Now? You're going to get skeptical now? I just want to sort it out. Okay. Where do we start? Время перестрелки к машине не было. Kind of desynchro. And how do you deal with it? I don't know if I'm the best example. James, I managed to get what was in Green's safe. There were recordings of his synchro tests and a ton of private notes. It's pretty unusual. Upload. А, это мы теперь у нее на столе все это делаем, да? Какой элемент заговора связывает дело Грина с бойней на Икаре? Losing control of yourself. Mm-hmm. It's a kind of consciousness erosion. We'll increase the dose of ambrosia and the amount of synchro tests. Амброзия. Так, во время перестрелок к машине не было подключено дополнительного тела или иорохит, но Грин частенько баловался переносом сознания. У него были с этим проблемы. Попытки спасти нынешнюю систему. Встроенный Грин, позже видно, что он самостоятельно залез на дерево и повесился на нем. Подожди, это вот сюда вот, что ли? Нет. Так, на записи Грина ведет себя как будто не в себе. Машина усугубила его десинхронацию, но он не использовал. Так, есть ли у нас основания полагать, что кто-то повлиял на его психику? Вот так вот, да? О, смотри, нифига, смотри, как разгадали, да? Так, какой элемент заговора связывает дело Грина с бойней на Икаре? The motherfucker's dead.
Несмотря на обстоятельства, эти большие шишки, скорее всего, занимались регулированием кризисных ситуаций. Так зачем убирать их из игры? Lots of familiar faces, but compared to Green, they're small fry. It's their mouth that spits out lies that millions eat up. Так, за счет... Так, почему Грин их убил? I learned this was the plan, but you're telling me these are the only people who can deal with the chaos in this city? Am I? No. I think that's what О, как получается, смотри, да? Well, this motherfucker knew corruption. Не понаслышке знаком с коррупцией, да? Грин должен был умереть. Why did Green have to die? I see at least two, no, three possibilities. Can you be more specific, Miss Detective? I'm throwing them in. I think we need to focus. Наверное, вот из-за этого, да? Нет. Блядь, еще появились улики. Этого я не видел. Кто-то контролировал это все, может повторить с кем-то другим. В результате этой ситуации образовался политический вакуум. Идеальный момент для захвата власти. Интрига, в которой Грин был ключевым игроком, должна... The whole thing may simply have been about tearing the city apart. Green was the last person who could stop the spreading chaos. Разговор, так они продолжают дергать за ниточки до самого конца. Since the most influential players are more or less dead, their seats are up for grabs. Наверное, сначала вот это, а потом пойдет у нас захват, да? Following this lead, Green didn't have to be the only one like that. I don't buy it. James, we're drifting. Подожди, я же не пропустил больше ничего здесь. Both died on dates shown on the symbols. The problem is А, вот так вот, блядь, да? Нашел, куда нажать. Так, понятия не имею, но нам нужно выяснить, кто дергал за все эти ниточки. Вы с Сетом были близки? Я предпочитаю о нем не говорить. Конечно, он был моим напарником. Давай. Почему ты спрашиваешь? Помню, ты говорил, что даже рассказывал ему про проблемы с синхронизацией. Мы несколько десятков лет в одной машине просидели, надо же было о чем-то разговаривать. Это его первая реконструкция Рахита? Ага. Винишь себя? Мы уже вот так. Мы же не соцработники, так. Надеюсь, он в итоге встанет на ноги. Давай подведем итоги. Если честно, я вижу два возможных варианта. Либо то, что мы видим, это лишь малая часть плана того, кто всегда на два шага впереди. Либо Ковалев помог Грину осуществить его план. Как ты это поняла? Черт, не знаю, у него есть доступ к передовым технологиям. Ему удалось связаться с тобой в красной комнате. Он знал, что к чему, как будто он залез в голову Грину. Сначала я думал, что тот просто покончил с собой. Прости, у меня много мыслей, что ты думаешь, кто за всем этим стоит, убийца или Грин? Чем важнее решение, тем меньше уверенности прошло. Так, если тебе чего-то там, так, за всем этим стоит убийца, за всем этим стоит Грин. Мне кажется, Грин.
Признаю, наш предполагаемый убийца много что знает, но у нас недостаточно доказательств того, что контроль над чужими телами. Грином не так просто манипулировать. Он сотни лет держал этот город за яйца. Похоже, он решил уйти с огоньком и спалить все дотла. Если это все спланировал сам Грин, то какова роль убийцы? И где у него следующая остановка? Ублюдок не оставляет следов, не за что зацепиться. Почему мы о нем раньше не слышали? Он же профили, как-никак. На первых жертвах преступления еще учатся, оставляя больше следов. Я проверю дело с похожими отравлениями. Нет, в отчетах яд может быть не указан. Смотри по окончательным смертям. Типа, вон, но как оно может быть, да? Кажется, нашла 2 недели назад. А, нет, ошиблась. Проехали. Сара? Отмотай. Опа! Нет, нельзя вмешиваться в собственное дело или реконструировать. Ты не сможешь объяснить, не сможешь защитить себя. Я единственный, кто сможет. Чёртовы спасатель мира. Можешь забыть об этом. Хотя бы разок. Ты знаешь ответ. Чтоб тебя, погоди. Мне надо... Что это? Новый наушник, этот будет посложнее следить. О, спасибо. А, нам надо реконструировать собственную смерть теперь, да? Так я так понял. Рэйчел? А, мы сейчас опять не сможем дойти, да? Рэйчел! Ну смотри, почти дошли, кстати. А, все. До свидания. Ну, что и требовалось доказать. Рэйчел! Не, нихуя не вышло. Смотреть на свое отражение в зеркале хуже кошмара, и не придумаешь. Но пришла пора вступить в противостояние с самим собой, не втягивая в это других. Вот, на реконструкцию мы посмотрим в следующей серии, ребят. А на этом ролик заканчивается, так что всем спасибо, кто досмотрел его до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Дискорд, я всегда выкладываю самые свежие новости, когда выходит новый ролик на Ютубе, начинается стрим на Твиче. Плюс в Дискорде всегда можете найти, с кем поиграть, ребят. Еще есть ВК-группа, я там тоже много чего выкладываю, так что переходим, пользуемся и радуемся. Вот, ну а на этом ролик заканчивается, так что всем спасибо, всем хорошего настроения, до следующего ролика, ребят. Всем пока-пока! Okay.